Привет, друзья! Если вы хотите, чтобы Сэхер узнал истинное лицо Джанан, а также если вы хотите, чтобы Джанан был наказан и заключен в тюрьму, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Будет ли найден Никми? Сможет ли Сэхер узнать правду от Никми? Будет ли Джанан арестован и отправлен в тюрьму? Выздоровеет ли Яман? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. Сразу перейдем к новому эпизоду сериала «Доверенное». В новом эпизоде сериала «Доверенное» Сэхер продолжает терпеливо ждать выздоровления Ямана. Яман же, напротив, пока не поправится. Но, скорее всего, в понедельник Яман очнется от кома. Таким образом, Сэхер очень доволен этой новостью. Во вторник завершаются госпитальные процедуры Ямана, его выписывают. Итак, Яман поправляется и идет в особняк. В любом случае смерти Ямана ожидать не приходится. Ямана сбила машина, что вызвало ажиотаж в нашей серии. Значит, Ямана не хотели убивать. Назми Йылмаз, наш сценарист, не убьет Ямана. Потому что Яман – главный герой нашего сериала. В следующем эпизоде Сэхер берет Ямана и возвращается в особняк. В это время Сэхер смотрит на Ямана с интересом и состраданием. Яман также начинает быстро исцеляться после внимания Сэхер. В следующих главах мы увидим, что Яман выздоравливает и снова восстает. Также не теряет память Яман. Потому что если бы Яман потерял память, он бы не увидел Сэхер во сне. Другими словами, Яман не страдает потерей памяти. В следующем эпизоде Недим и Фират пытаются найти Никми. Но скорее всего Фират не может найти Никми. Недим находит Никми, потому что он знает номер машины, сбившей Ямана. Затем Недим говорит Сэхер, что он нашел Никми. В результате Сэхер хочет наказать Никми собственными руками. Но Сэхер терпит неудачу в этой попытке. Потому что Никми причиняет боль Сэхер. Сэхер тоже очень жалеет о Никми. Таким образом, Сэхер освобождает Никми вместо того, чтобы передать его полиции. Не все истины появляются снова. Джанан продолжает оставаться в особняке. Нельзя было ожидать, что истинное лицо Джанан будет раскрыто. Потому что из-за сюжета нашего сериала нельзя раскрывать истинное лицо Джанан. Если истинное лицо Джанан раскроется, сюжет нашего сериала закончится. И наша серия выходит в финал. Но если Назми Йылмаз удивит всех нас, правда откроется. Сэхер также доставляет в полицию Джанан и Никми. Джанан тоже арестован и попадает в тюрьму. Но такая возможность невозможна. Настоящее лицо Джанан пока не может быть раскрыто. Сэхер и Яман будут очень счастливы в следующих сериях. Сэхер и Яман делают друг другу приятные сюрпризы. Таким образом, любовь наших двойных голубей остается такой же свежей, как и прежде. Что ж, сможет ли Сэха узнать правду от Никми, я буду ждать ваших комментариев ниже. Итак, мы подошли к концу этого раздела, друзья. Для большего количества видео не забывайте подписываться, ставить лайки и открывать уведомления и оставлять свои комментарии. Береги себя и увидимся снова.